Скажем, сюда 82 кг. Все пишет там 88 кг. Здесь установлено. Сергей Лялин, первый партнер по спортзалу в городе Туровске. Сергей Лялин, третий подход. Павел Карик готовится. Павел Хайк, третий закончили подход, а Сергей Лялин даже второй с тремя подходами закончился сюда до 95 кг. На вес 100 кг готовится Аня Казаевская. Давай до конца отработай. Паша, соберись, давай пошёшь. Плечиками, на носочке. Держать! 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 Давай, давай! Сзади штаб не стойки набирал. Сергей Филатов, первый подход, готовится Евгений Галерцев. Для второго подхода рукопадник Лаян заявил две штанги 105 кг.
Ганес ушел. А третий подход уже идет. Вон третий. Он 100, 106, 110 пошел. А должен был 112. Наверное, просто тяжелый штамм. Ну да, 106 походу тоже. Да, тяжело, тяжело получилось. Стоять, стоять, стоять.
чуть не зарабатывал. Держать, держать! О, да, чего только не было. Сам скажу. Он держал, он просто ноги, а не вниз, потому что очень сильно, не готов обмотать вниз. Легко взял. Держать! А повеси? Не знаю. Ну, по-моему... Нет, ну, по-моему, 75 весит с чем-то. Или больше 70, меньше 75. Молодец! Короче, папа выиграл, потому что поднял ложки больше. А не собственный вес. Наверное, больше. А если уже в 4? Главное, кто человек пойдет у папы. Стоять! Тяжело. Стоять, стоять, держать, 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 держать. Секунд осталось. Надо поборись. Я, по-моему, не с таким весом нарвался. Второе место занял, соревновался 240 килограммов мастер спорта Сергей Федоров.
И первое место занял пузатом 243 килограмма Валика Клоян.